Здравствуйте, это новости на канале Энск-49 в студии Мария Левина. В Новосибирске появился музей олимпийской славы региона. Выставочной экспозиции представлены более 7 тысяч экспонатов. В церемонии открытия принял участие и председатель Олимпийского комитета России Александр Жуков. Подробности этого события, а также в целом спортивного праздника, а именно фестиваля бега, стартовавшего в сибирской столице, в репортаже нашего корреспондента Александра Булдакова. Новосибирск может гордиться своими спортсменами, своей спортивной, особенно олимпийской историей, заявил на открытии музея олимпийской славы председатель Олимпийского комитета России Александр Жуков. Ну, очень здорово, что здесь, в центре Новосибирска, открылся этот музей. Сегодня любой житель Новосибирска может прийти, посмотреть, пощупать своими руками вещи, которые принадлежат великим спортсменам, вспомнить великую спортивную историю Новосибирска. И я уверен в том, что этот музей будет служить популяризации спорта. На открытии музея, который наконец-то нашел свое постоянное пристанище в историческом доме по адресу улица Советская, 33, пришли спортсмены, их тренеры, представители власти и, конечно, олимпийские чемпионы, победители игр в Рио, борец Роман Власов и фехтовальщица Юлия Гаврилова. Многие принесли подарки, новые экспонаты в музейную экспозицию. К примеру, Миша Лаян подарил свои боксерские перчатки, в которых он готовился и выступал на Олимпиаде. И в свою очередь хотел свои потертые перчатки здесь оставить. Они потертые, потому что много лиц иностранных надевали. После торжественных речей и передачи всех подарков в адрес музея перерезали ленточку, тем самым официально открыв музей олимпийской славы Новосибирской области. Ура! Экспозиция музея получилась достаточно богатой и интересной. К примеру, среди ее бесценных экспонатов есть даже такие, которые датируются самым началом прошлого столетия. А незадолго до открытия музея произошло еще одно значимое событие. В Новосибирске был дан старт Сибирскому фестивалю бега. Этот праздник стал уже и традиционным, но он по-особому ожидаем. По-особому мы его ждем, готовимся. Он каждый год приобретает и другой размах по количеству участников, и какое-то своеобразие появляется. Кроме тех вот дистанций, самых маленьких до полумарафона, появилось соревнование ползунков. И это все наше, с вами, новосибирское достояние. Именно самым маленьким участникам фестиваля бега были даны одни из самых первых стартов. Соревнования ползунков оказались настолько азартными и интригующими, одновременно спортивными и по-настоящему легкоатлетическими, что зрители срывались в громкие овации после каждого финиша малыша. Но не всегда родители угадывали с мотивацией для своих детей. Иногда юный спортсмен замирал перед самым финишем, и убедить его завершить дистанцию бывало непросто. Проще на этих соревнованиях было тем детям, у которых, как правило, есть братья и сестры, и которых не смущало большое количество зрителей. Ну, у нас есть старшие дети, которые всегда поддерживают и играют с ней. Очень хороший конкурс. И побольше бы таких конкурсов именно для малышей. Протяженность дистанции для ползунков соотносилась с их возрастом. Детям необходимо было преодолеть 7 метров. А вот школьникам надо было пробежать уже значительно больше – 1500 метров. Впрочем, многие из них с такими нагрузками справлялись вполне легко. Минимальная дистанция у взрослых составила 3600 метров. Победители награждали известные новосибирские спортсмены. А те, кто пропустил эти старты, готовились к главному забегу этого праздника – новосибирскому полумарафону Александра Раевича. Какими бы стартами ни разнообразился Сибирский фестиваль бега, основным его мероприятием остается полумарафон Раевича – соревнование профессиональных спортсменов на стайерской дистанции. В этом году забег ознаменовался рекордным количеством участников, среди которых было много просто любителей бега. С подробностями наш корреспондент Александр Булдаков. На 19-й Новосибирский полумарафон памяти Александра Раевича заявились 1007 участников. Для данных соревнований, которые внесены в официальный календарь Международной ассоциации марафонов и пробегов по шоссе, это абсолютный рекорд.
И хотя забег больше ориентирован на профессиональных спортсменов, в нем приняли участие и просто любители бега и здорового образа жизни. Большая часть из них – это те, кто пришли в этом году в специализированные легкоатлетические клубы и начали просто, многие даже с нуля начали бегать и уже дошли до уровня бежать полумарафон. А это реально достижение. Вот. Лично я спринтер, да, и мне полумарафон пробежать, ну, это достаточно серьезных усилий. А для многих людей это, ну, достижение, эту медаль можно действительно повешать на самое видное место в квартире, потому что это я это сделал, на самом деле, это я это пробежал, это есть чем гордиться. Первыми на старт полумарафонской дистанции 21 километр 97,5 метров вышли девушки. 280 участниц самой разной подготовки и возраста. Ровно через 7 минут был дан старт для мужчин. В новосибирском полумарафоне обычно для уравнения шансов мужчин и женщин применяется система абсолютного победителя. Для этого представительницам слабого пола и предоставляется фора в 7 минут. То есть женщина при таких условиях может победить мужчину. Дистанция полумарафона сертифицирована и проходит по Красному проспекту. В общей сложности спортсменам предстояло сделать почти 6 кругов, ограниченных улицами Спартака и Фрунзе. Финишная черта была общая для всех дистанций и находилась здесь же, на площади Ленина. В итоге стартовавшие первыми девушки даже с форой в 7 минут не смогли опередить победителей мужчин. А ими стали братья Рыбаковы Антон и Евгений из Белова с результатом 1 час 3 минуты 19 секунд. Однако рекордом полумарафона этот результат не стал. Сегодня, ну, как бы, у нас сегодня цели, задачи не было такой, сегодня, ну, показать рекорд. Сегодня все равно жарковато, душновато чуть-чуть, не знаю. Ну так и за месяц такой результат, конечно, не добьешься, если на рекорд. Мы всего месяца тренировались. Новосибирская спортсменка Елена Седова с результатом 1 час 13 минут и 59 секунд стала лучшей среди женщин. Ну, вначале, да, чувствовалась конкуренция в середине дистанции. Аня догнала меня немножко. Но последние два круга все-таки я тоже настраивалась набежать, и поэтому мне удалось выиграть. Зрителям, похоже, все это действо нравилось, ведь на финише то и дело разыгрывались настоящие поединки бегунов. И неважно, за 200-е место шла борьба или за 300-е. Да, очень-очень интересно. Очень все весело, так, то что все очень интересно сделано. Правда, очень трудно потом найти было своего учителя. Кто-то бегает, кто-то катается на велосипедах, кто-то занимается борьбой, карате, дзюдо. У всех по-разному. Я вообще в целом за спорт. Так как полумарафон получился массовым, то и среди зрителей, конечно же, было много друзей и родственников участников. Да мы вот только пришли мужа встречать. Мы вот хотим ляльку вручить ему на финише. На финише, да. И часто он у вас с полумарафона бегает? Он уже 5-й раз бежит. И обратная ситуация, когда сильная половина ячейки общества встречает свою половинку спортивную. Несмотря на то, что мы не бежали, чувствуем очень большую сопричастность ко всему к этому. Очень рады. Вот, встречаем жену. Букет действительно достоин дистанции. Кстати, успех бегуна зависит не только от его физической подготовки, но и от внутреннего состояния. А на это влияет и то, как зрители поддерживают спортсмена. Это в полной мере прочувствовала наша коллега, журналистка Наталья Мантарова. Спасибо, коллеги! Это было круто! Особенно за вашу поддержку спасибо! Вот это корпоративное братство ощущалось как никогда, ей-богу! Когда одни бегут, а другие орут! И все мы вместе, и все мы одержали эту маленькую победу над собой! В этом году в забеге на 21 километр участвовал даже бегун из Новой Зеландии. Но все же новосибирский полумарафон объединяет спортсменов из многих городов Сибири. Я только что закончил. Закончил. Полумарафон. Полумарафон. За сколько пробежали? Час 32. Часто бегаете такие дистанции? Третий раз. Многие новосибирцы, которые в этот день бежали марафон, на том не останавливаются и становятся участниками других состязаний, которых в сибирской столице достаточно. Вот эти соревнования, массовые забега, праздники спортивные, они помогают держать себя в тонусе от соревнований к соревнованиям. У нас есть лыжня России, у нас есть сибирский фестиваль бега, есть переплыв через Обь. Если участвовать в этих соревнованиях, будешь в тонусе, будешь в форме. Сибирский фестиваль бега под девизом «Побежим вместе» закончился. Впереди новые старты и юбилейный 20-й полумарафон Раевича. Организаторы говорят, что аналогов этому празднику спорта в мире больше нет. А в этом празднике, по предварительным данным, на различные дистанции вышло более 12 тысяч человек.
19-й международный фестиваль документальных фильмов «Встречи в Сибири» стартовал в нашем городе. Он продлится до 18 сентября. И в течение этих дней зрители смогут посмотреть документальные и художественные фильмы представителей современного кинематографа, побывать на встречах с потомками Астрид Лингрен и стать первыми зрителями фильма «Темное небо, белые облака». А в день открытия фестиваля в Краеведческом музее открылась выставка, на которой размещены инсталляции, картины, витражи, эскизы и рисунки авторов новосибирского фильма, созданные для анимационной части фильма. Чем творчество шведской писательницы даже спустя десятилетия привлекает взрослых и детей, а также чем новосибирский кинофестиваль заинтересовал известных европейских режиссеров и сотрудников посольства Швеции в Москве, узнал наш корреспондент Василий Акимов. Вот такие чудесные картины представлены на открывшейся в Новосибирском краеведческом музее выставке работ Павла Головкина. Все они были созданы для анимационной части фильма «Темное небо, белые облака», рассказывающей о сибирском последователе идей Астрид Лингрен, педагоге детской киностудии «Поиск» Петре Анофрикове. Подготовка к выставке заняла буквально неделю. Когда он пришел ко мне в кабинет совершенно внезапно, вот со всеми этими работами, с инсталляцией, с этим энтузиазмом, и начал мне рассказывать об Астрид Лингрен, я понял, что это мало того, что человек очень талантливый, это еще и человек очень трудолюбивый, очень рукодельный, который умеет делать такие вещи, которые вот мне даже и не снились. Павел – воспитанник детской киностудии «Поиск», где дети самостоятельно делают удивительные мультфильмы, получающие награды на кинофестивалях. Мне кажется, Паша сохранился таким, потому что когда-то он маленьким мальчиком рисовал мультики, когда-то он читал прекрасные сказки, которые писала наша великолепная, великая писательница. И поэтому я считаю, что он просто погрузил нас в свои сказки. И мы все дети, по большому счету, потому что только дети могут что-то творить прекрасное, хорошее, доброе. Новосибирскому режиссеру удалось заинтересовать соотечественников Астрид Лингрен. Благодаря их помощи удалось создать и фильм, и провести эту выставку. В реальности, по-моему, не было почти никаких предпосылок, что проект «Темное небо, белые облака» вообще будет реализован. Мы сидели и чувствовали себя, как люди посреди ледяной пустыни, и поняли, что, наверное, нам никто не придет на помощь. И в какой-то момент шведы высадились в этой ледяной пустыне, как какие-то высокогуманные инопланетяне, спасли нас, и только благодаря этому чуду все вот это стало изначально возможно. Книги Астрид Лингрен научили многих людей быть счастливыми и преображать мир вокруг себя. Собственно, эти же цели преследует и выставка Павла. Вход на нее бесплатный, как для взрослых, так и для детей, на которых явно произвели впечатление сказочные домики, созданные творцом. Очень понравилось. Особенно макет. Очень выполнено, особенно техники. На фестиваль «Далекий от Швеции Новосибирск» прибыли и внуки Астрид Лингрен с целью рассказать о жизни и творчестве великой писательницы. Как и посол Швеции в России Петр Эриксон, впечатлившийся не только творчеством сибиряков, но и размахом нашего города. Это очень красивый, очень большой город. Это же больше, чем наша столица Стокгольм. И мне кажется, что здесь есть очень живая культурная жизнь и активная культурная жизнь. И вообще меня очень тепло приветствовали здесь. Так что я очень благодарен за это. Творчество Астрид Лингрен понятно людям во всех странах мира, хотя у каждого народа есть свои пристрастия. Так шведы не очень любят обожаемого у нас Карлсона, а некоторые любимые соотечественниками Астрид Лингрен произведения еще не переведены на русский язык. Говорят, что по-русски Карлсон он мягче и более привлекательным, чем по-шведски. Я не знаю, если это так. В Швеции Пиппи, Эмиль тоже, и Мадеки, у всех, я думаю, своих любимых характеров, но действительно, Карлсон тоже популярен в Швеции. У меня есть две дочки, хотя они сейчас больше 20 лет, но они любили Мадекен. Я не знаю даже, если это, если они переведены на русский, но это двух маленьких девочках. Искусство объединяет. Истина избитая, но вряд ли кто осмелится оспорить ее справедливость. Творения шведской писательницы вдохновили новосибирского режиссера на создание фильма, этих картин и инсталляций, доказывая, что общего между разными людьми и народами все же больше, чем различий.
Новосибирская область по праву гордится своими спортсменами. Например, по числу призеров последней Олимпиады в Рио наш регион третий в России. Наши пловцы пока не удостаивались олимпийских наград, но выдающиеся спортсмены есть и среди них. И показывают они вполне достойные результаты на различных соревнованиях. А как обстоят дела с резервом? Как дети приходят в большой спорт? Об этом в нашем следующем сюжете. Встреча родителей учеников детско-юношеской школы по водным видам спорта с директором профильного центра спортивной подготовки, базирующегося в бассейне «Нептун», носили, мягко говоря, излишне эмоциональный характер. И это несмотря на то, что происходила она в 7 часов утра, когда родители привезли своих чад на тренировку. Их дети учатся в специализированной школе-интернате и спортивной школе одновременно, поэтому тренируются дважды в день, до и после занятий. Но вот уже начало учебного года, а дети, хотя и посещают тренировки, но, что называется, на птичьих правах. У них нет до сих пор даже пропуска в бассейн. Лариса Трощенко, мама одного из учеников, выражает общее опасение. По сути, нас сейчас отсюда выдавливают буквальным образом, под видом нехватки воды. Ну, это просто вот катастрофическое положение, потому что на следующий год, если нас здесь не будет, никто не будет представлять Новосибирск. Ни на Кубках Сибири, ни еще где-то, потому что другие дети просто не показывают таких результатов. А мы будем вынуждены уйти в другой короткий бассейн. Наши дети учатся, школа 149-я. Если даже мы уйдем в другой бассейн, то мы будем вынуждены покинуть школу, либо поменять школу, вы понимаете? А это расстояние, это большое. 2 тренировки в день. Дети даже по времени не смогут даже посещать бассейн и школу. Это будет в лучшем случае 1 тренировка. Родители считают, что относительно недавно созданный центр, в котором по замыслу спортивных руководителей должны готовить спортсмена высшего уровня, пытается выдавить из бассейна детей с дюшор, которые якобы являются для него помехой. Директор центра, заслуженный работник физической культуры Российской Федерации Михаил Долгий с этим не согласен. Мы работаем с 5 сентября, вот неделю только отработали, и сейчас весь специалисты центра анализируют вот эту недельную работу для того, чтобы улучшить наполняемость плавательного бассейна, и в первую очередь это для спорта, также для оздоровления, ну и, конечно, нельзя для того, чтобы мы зарабатывали какие-то деньги для того, чтобы поддерживать функционально и технически работу плавательного бассейна. Опять же, это оборачивает для того, чтобы развивался спорт Новосибирской области. Директор «Дюшор» Дмитрий Олейников тоже уверен в том, что договорится с коллегой. Мы находимся в рабочем контакте с департаментом областным спорта и с нашим управлением. И я думаю, что день-два мы этот вопрос решим. Вроде как мы уже пришли к пониманию ситуации. Надеюсь, что ситуация разрешится к обоюдному удовольствию всех сторон. То есть часть тренеров, видимо, уйдет по совместительству работать. Не просто уйдет, с детишками. То есть дети на улице остаться не должны. Что же, такое единодушие не может не радовать. Лучше, как говорится, поздно. Но все же, почему не получилось урегулировать проблему вовремя? Летом, не подвергая родителей детей ненужному стрессу. Действительно, родителей понять можно, их чадо всегда лучшее. И, кстати, во многом они правы. Кто лучше самых близких сможет разглядеть скрытые возможности, заложенные в маленьком человеке? Но вот только когда педагогика встречается с экономикой, встреча не всегда является товарищеской. В самом деле, руководству бассейна тоже ведь необходимо выполнять поставленные перед ним задачи, куда наряду с развитием спорта входят и обучение детей плаванию, и зарабатывание денег в том числе. У нас сейчас тоже есть группы, которые мы создали. Для них тоже надо выделять воду. Вот представляете, сейчас 8 дорожек в бассейне, 4 выделены для школы, и 4 остается для центра, для свободного плавания, без которого тоже нельзя. Надо оздоравливать людей в городе Новосибирске. И в конце концов, возвращаясь к тому, может быть, это уже и оскому набило, но без этого нельзя. Мы должны и обучать детей плавать. Обучение идет платное. Значит, для того, чтобы обучать детей, тренеру надо выделить опять же дорожку. Хорошо, если сегодня удастся соблюсти все интересы. В этом уверен и руководитель департамента по спорту Сергей Александрович Ахапов, к которому редакция обратилась за комментарием. Многие из тех тренеров, которые сегодня готовят, скажем так, спортивный резерв высшего мастерства, они переходят в штат центра плавания нашего, либо по совместительству, либо на постоянное место работы со своими группами. Вот, потому что все-таки наше госучреждение, оно
призвана воспитывать уже таких спортсменов уровня сборной команды России, как по плаванию, так и по подводному спорту. Вот. Ну и те ребятишки, которые приходят обучаться плаванию, им тоже, естественно, место в нашем бассейне, в нашем центре плавания будет, потому что априори центр плавания, он должен собирать, скажем так, все лучшее, что существует в Новосибирской области. Поэтому здесь, если какие-то шероховатости были по плану организации расписания, вот, то они сегодня уже, можно смело сказать, устраняются. А что будет завтра? Ведь полутора миллионам Новосибирске всего лишь один бассейн с 50-метровыми дорожками, на которых и проводятся все крупные соревнования. Как в таком случае выращивать спортсменов, если у них нет возможности тренироваться в таких условиях, в которых предстоит соревноваться? Второй подобный бассейн СКА находится в руинах, и начало реконструкции его намечено лишь на 2018 год. Не хочется заканчивать сюжет на грустной ноте. Все же в последнее время в городе появилось несколько прекрасных бассейнов поменьше. Возможно, будет построен или хотя бы отреставрирован и большой бассейн. И нынешние юниоры, став постарше, будут тренироваться и в нем. Ну а пока надо, наверное, четче планировать использование существующих бассейнов, избегая при этом межведомственных противоречий. И у нас на этом все. Наши новости всегда на сайте ensk49.ru. Ваши мы ждем в рабочее время по телефону 220 2105. Оставайтесь с нами и до новых встреч!